Всем привет! Сегодня 27 апреля 2020 года. Харьков. Это перед нами мандарин уншиу. Уншиу значит бессемянный. Нету косточек в нем. Вот уже он цветет. И сразу завязывают плоды. Посмотрите, видите, как ветки изогнуты? Вот она, ветка пошла. Изогнутая буквально горизонтально. А вверх я делаю чуть-чуть под углом, где-то 30 градусов, чтобы нельзя сильно горизонталить. Поэтому чуть-чуть приподнимаю. И вся в плодах. Вот завязи, их надо лишние поубирать. Видите, вот они. Вот это отцвел тоже убрать. Лишние поубирать. Оставить по количеству листьев. Количество листьев и будет нам определять, сколько нам плодов. Ну, здесь можно гроздь оставить 3. Здесь на листьях тоже видите, он сколько их вяжется. Тоже оставить хотя бы 2. Здесь вот можно тоже поставлять 1. А вот куча грозди. Тоже надо регулировать нагрузку. Это если в открытом грунте, да, там природа сама отрегулирует, а здесь тяжело ему будет нести. Поэтому все вот это вот, видите, приходится деду удалять. О. Ну, хотя бы так вот сделать. Потом еще раз пройтись. А он будет цвести. Видите, даже голая ветка вот изогнутая цветет. Значит, удаляем. Вот это вот мелочь удаляем. Все. О, столько мусора вот. И удаляем мандарин, привитый натрифолиату. Вот это вот паростки такие отпускают трифолиата. Поэтому вот так вот обламываем. Просто обламываем. Она пальчиками ломается, не надо ничего делать секатором. А рожки она будет пускать. Вот видите, вот эта вот дырка, она к свету поворачивается, она переставляется. Сейчас, в данный момент, вот так вот я чуть-чуть поверну его и немножко переставлю. О. Мне надо, чтобы вот эти вот вызрели рожки, нельзя резко поворачивать. Даже если вы отнесли в другую комнату, все равно ставьте по бирке. Это маяк наш. Так, и здесь вот я чуть-чуть уберу вот это вот цветок. И оставим пока 2 ягоды. Так, что у нас здесь? Ну, цветки для запаха где-то оставлял, поэтому здесь вот поставим 1 ягодку. Здесь можно 2. Спасибо, что заходите, смотрите. А когда цветет, поливайте каждый день. Каждый день поливать надо. Здесь почти на пол-литровую банку воды. Пока. До новых встреч.